А кто со мной идет? Фируля, да? Альфа кобыла Фирула со мной пошла. Она очень самостоятельная личность. Я первый раз ее веду одну. Да. Ах, ты ж моя золотца. Ты моя золотца. Да. Да. Все дело в том, что для нее вот это все, вот эта вся красота, это ее сфера обитания, да, это ее квартира. Она альфа-кобыла, она все тут знает. Она свободна, она контролирует процесс. И она спокойно бросает табун и идет со мной. Да. Вот сейчас она держит нос прямо. Сейчас. Да. Держим нас прямо. Держим. Да. Ну что, пойдешь со мной еще? Она очень самостоятельна. Фирули. Захожу вот так задним ногам. Она тут же поднимает голову, выключает это давление. Привет. Держим нас прямо. Да. Вот она оглядывается, что там же табун. Куда мы пошли? Немножко пройдем сюда. Делает решение. Держим нос прямо. Да. Еще чуть-чуть веду ее, буквально на пару метров. Вот она знает прекрасно, что там табун остался. Но принимает решение идти за мной, играть в игру нас прямо и кушать. Да. Еще чуть-чуть иду. Это мы спустились с первой площадки. Вот она опять стоит, принимает решение. Идет ко мне в рамушки. И держим нас прямо. Видите, какая пауза? Да. И вот это у нас площадочка между первой и вот той второй. А там внизу третья уже точка. И мы с Фирулой первый раз так вышли, прям она хорошо. Давай, держим нас прямо. Все. Да. Идем. Нас прямо. Я знаю, Фирула не убежит сейчас никуда. Да. Потому что инстинкты-то у нее сильные к табуну, но она контролирует сейчас ситуацию. И для нее большой праздник, то, что я ее взяла заниматься. Для нее часто времени не хватает. Она старенькая, она просто у нас гуляет. И для нее просто праздник, что я уделила ей внимание. Я ее сегодня почистила. Ой, ты моя солнышко. Гриву причесала. И она согласна со мной пойти. Это позаниматься так. Да, малыш? Да, малыш. Пойдем еще пройдемся. Пойдем? Пойдем. Стоп. Я когда ее снимаю, у меня разворот плеч. Давай еще подержим. К ней, поэтому она ко мне разворачивается. Да? Ну что, я сейчас попробую спуститься с ней даже вниз, на третью площадку. Я думаю, она прекрасно пойдет. Сейчас мы наверх Фирулу этому зарулили. Пойдем.
Тихо. Аккуратно. Умничка моя, молодец. Давай спустимся вниз. Она нормально активно сейчас идет. Спускаемся, малыш. Ай, браво, лошадь ты моя хорошая. Молодец. Давай держим нос прям. Держим. Да. Мой кот услышал мой голос. Спускаемся. Ну что, принимай решение. Фируля. Эля, Фируля. Эля. Так, она испугалась кота. Фируля. Ай, браво, Фируляму. Ай, браво, Фируляму. Иди сюда. Эля. Вот так пригласили на последовательное ментальное давление. Давай сюда еще зайдем. Ру-ру. Ай, бравушки, молодец, спустилась, умничка. Кот, скажи, нам помешал. Кот нам помешал, да? Давай еще шажочек. Да? Я могу кликать буквально на пару шагов, даже на один, да? Если я кликаю на один шаг, это вообще-то упражнение парковки. Когда лошадь прям по маленькому шажочку паркует спину ко мне. Вот, да. Еще чуть-чуть. Да. Я сейчас не держу нос прямо, а на то, что она шагает со мной. Да. Ну, молодец. Мы почти донизу дошли с тобой. Да. Гу-гу-гу. Кот там. Давай нас прямо. Она даже жевать перестает. Да. Все, пойдем теперь домой. Все, Фирул, ты молодец. Пошли туда наверх. Вон откуда мы пришли. Ты молодец, пойдем. Будешь у нас в программе. Будешь делом заниматься. Ты крутая. Остановилась, молодец. Давай нас прямо подержим. Давай. Да? И поднимаемся. Молодец, умничка. Браво, лошадь. Умничка. Поднялась вперед и подождала меня, да? Молодец. Да. Вот так. Стоит хорошо. Да. С Фирулой надо быть очень расслабленной, потому что если напрягаться, она будет очень торопиться. На это напряжение будет скорость выключать. Вот, останавливается, спрашивает меня. Держим нос прямо. Выдержка. Да. Вот это была пауза, нос прямо. Умничка. Так, самое сложное это постоять в проходе. Но я думаю, для Фирулы это не сложно. Потому что она контролирует ситуацию. Да, малыш? Иди сюда. Стоим в проходе. Держим нос прямо. Мой жест примерно вот такой. Ири писо. Писо, Ири. Писо это назад по-гречески. Давай еще подержим нос прямо, ты умничка. Да. Все, Фирулка ко мне присоединилась. Маш.
ты моя умничка, зайка, ты моя солнышко. Иди собирай траву. Маш, внучка ее гнобит. Это вот эта Фирула мама, это внучка, а это Наташа дочка ее. И внучка хулиганка выросла.